Наконец-то, ура! Ко мне в руки попала та самая принцесса Эфиопии Аида. Это тот же самый Петромакс, но в более люксовом исполнении. 61 года выпуска лампа. Нечищенная, подкопченная. Полный бак керосина. Запускаю как есть. Шикарное стекло. Ввиду отсутствия ванночки для розжига спирта, пробую запускать быстрым розжигом. Но ввиду того, что я боюсь испортить родное стекло, ставлю более современное стекло Петромакс. Сеток для 250 у меня нет. Используем старые запасы для 500 лампы. Эта Аида является абсолютной копией 250-й лампы Петромаксовской. Быстрый розжиг у нас не работает. Будем пытаться разводить с помощью вот такого корыца. Ну чего, попробуем открыть клапан. Сходу не получилось запустить эту лампу. Горит безобразным образом. Необходимо приводить в порядок и чистить. Так что ждите новое видео.